Первый трофи-рейд провели вдоль бассейна Амазонки под джунглем. Тогда на это понадобилось 12 дней. Пилоты из Ульяновской области с задачей справились за 5 часов. Штурмовали бездорожье лесов вблизи Ишеевки. Так буквально отгремел второй этап соревнований. Но обо всем по порядку. Почти три десятка экипажей спешат занять свое место на центральной площади. Здесь торжественное открытие – брифинг. А еще самые преданные зрители – дети, друзья, знакомые. От них участники слышат то самое – ни пуха, ни пера. Всем пожелать победы 31-му экипажу в Open Profi и 13-му экипажу в Open. Как бы вообще всем экипажам желаем удачи, чтобы у них ничего не ломалось и все было замечательно. Приставка к названию команды – класс, в котором будут гоняться машины. Он зависит от технической подготовки внедорожника к соревнованиям. Всего их 5. Экипаж под счастливым номером 13 пожелание услышал. Его большая часть – девушки. Не хрупкие и слабые, как принято считать, а боевые и азартные. А вот обязанности пилота и штурмана легли на мужские плечи. Какой настрой вообще на гонку? Боевой! Очень понравилось, у меня муж участвовал всегда в профи. И по его стопам я начала гонять. Я за рулем. Вова, они нас направляют, прокладывают, а мы уже маршрут, бежим. А девочки берут точки. Муж Татьяны Прохоровой, который научил разговаривать на «ты» со скоростью, тоже участвует в трофи-рейде. Но в составе 73-го экипажа. Александр в этом спорте с 2008 года. За 14 лет ни разу не пожалел о своем выборе. Самое главное – хорошие эмоции и доехать до финиша. Как бы пока везло, за все время участия ни разу не понадобилась эвакуация, всегда добирались сами. А добраться до финиша не так-то просто. Это нелинейная гонка, как, к примеру, Формула-1. Экипажи вместо схемы маршрута получают перечень контрольных точек. Их заранее определяют организаторы, а это тоже большая работа. Они первыми проходят весь путь, прикидывают время, которое понадобится, чтобы пройти дистанцию. Мы до этого едем за несколько дней, прокладывают трассу, по 2-3 дня живем в лесу. Приезжаем в лес, выбираем просто место. Вот это место мне нравится, я ставлю здесь точку, я ставлю, просто координаты вбиваю. Какие именно будут координаты, экипажи не знают до самого старта. Он, в свою очередь, организован на открытой лесной территории. Так выглядит линия старта. Все участники в сборе. Здесь каждому из гонщиков выдали вот такой листок. Это называется Locus Map. В нем координаты, их нужно вбить в навигатор, и тогда путь начинается. И сразу в грязь, а точнее в болото. Именно там первая точка. За безопасность переживать не стоит. На каждом участнике вейдерсы, если переводить дословно с английского, забродные штаны. Это полукомбинезон, который не пропускает воду. Чтобы не повредить руки, перчатки, а на голове обязательно защитный шлем. Как только контрольная точка в кармане, время выбираться на сушу. Но не всегда машина так легко справляется с препятствием. В таких случаях ей помогает экипаж, а точнее лебедка и якорь. Один участник держит конструкцию, второй штурвал. Именно поэтому трофи-рейды принято считать командными гонками. Как впечатление? Хорошее, отличное впечатление. Спасибо организаторам за такую гонку. Впечатления отличные и у экипажа из Димитровграда. Именно там прошел первый этап кубка. Ребята отметили, маршрут не из легких. Он отличается из города в город. Важную роль играет ландшафт, особенности почвы. Поэтому никогда не угадаешь точно, что тебя ждет на пути к победе. Вообще, с Ульяновской области одно, например, Самара другое, Мариэл. Совсем вообще другие места, то есть у нас такого вообще нет. Там сложнее? Там в основном болото, и да, в основном болото, а у нас грязи много, болот мало, но грязь тоже лечебная. И это вся история про взятие только одной контрольной точки. Всего их несколько десятков. Так и проходит один день трофи-рейда. Следующий начинается с подведения итогов. Победителей выявляют в каждом классе. И уже потом торжественная часть. Славы и кубки лучшим командам. Среди них и 13-й экипаж. Девушки взяли золото. Следующий этап пройдет 2 и 3 сентября. Александра Никитина и Даниил Сурков. Управда ТВ.